учащиеся 17 школ в общей сложности около 500 человек накануне Дня Победы стройными рядами промаршировали по Советскому проезду. Эти ребята, от учеников начальных классов до выпускников, пришли сюда, чтобы принять участие в смотре строя и песни «Салют, Победа». Мы патриоты, мы хотим показать себя с лучшей стороны. Мы поем, хорошо говорим речевку, маршируем. У нас очень хороший строй. Каждой команде хотелось проявить себя с лучшей стороны и доказать, именно они достойны победы. Это было заметно потому, как ребята подготовились к мероприятию. Только с первого взгляда может показаться, что шагать в колонне достаточно легко. Однако надо обладать незаурядной выносливостью, чтобы синхронно в ритм идти с товарищами по строю, а при этом еще петь и улыбаться. Дети вкладывают всю душу. Оно ведь объединяет их в этом маленьком коллективе. И они стараются все показать лучшие свои качества. А в общем плане это сказывается на их и душевном состоянии, и готовности воспринять патриотизм как нужную, важную и очень ответственную традицию. Те школьники, которые принимают участие в смотре строя и песни, о Великой Отечественной войне, кажется, знают чуть больше, чем их сверстники. Здесь много рассказывается о лихолетии, об истории, о подвигах, о наших земляках, защищавших страну. Вдохновленные этими знаниями, ученики первой школы уже второй год подряд создают книгу памяти о своих прадедах. Все-таки подвиги наших прадедушек, прабабушек. И они совершили такое чудесное дело, чтобы мы жили под таким светлым небом, чтобы мы смогли спокойно жить, чтобы ничего такого страшного не видеть, чтобы мы жили спокойно. А чтобы юные патриоты не замерзли, на мероприятии работала полевая кухня, которая создавала еще большее настроение. Лучшие отряды, занявшие призовые места, примут участие в торжественном параде в честь Дня Победы, который состоится в городе Видное 9 мая. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.